Привет, друзья! Привет, девчата! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня, как я вам и обещала в прошлом видео, я все же протестирую тушь, обновленную тушь 5 в 1, нашу легендарную тушь. У меня здесь две, обычная и водостойкая, и сегодня мы как раз с вами на нее и посмотрим, чем же она отличается от предыдущей версии и какие дают плюсы. Легендарная тушь, которая продается в Oriflame по всему миру. Каждые 5 секунд, вы только вдумайтесь, каждые 5 секунд во всем мире продается одна вот такая тушь. Легенда. Впервые, немного из истории, впервые на страницах каталога тушь 5 в 1 появилась в 2007 году. И вот у нее такое триумфальное шествие, она все больше и больше людей в себя влюбляет своей хорошей вот этой кисточкой легендарной. Девушки ее любят, с удовольствием покупают, но по статистике, да, она самая продаваемая тушь в Oriflame. Прелесть, я ее тоже люблю, это моя одна из самых-самых любимых тушей. И даже если мне какая-то тушь-кисточка не подходит, я всегда вот от такой туши 5 в 1 беру кисточку и пользуюсь той тушью. Кисть идеальна. Для меня, для моих ресниц она просто идеальна. Итак, обновленная версия у нас с вами, как показать, вот так. Перевертыш получается, да, зеркально. В черном классическом в цвете. Такая она пухленькая довольно-таки, ну, нормальная. Колпачочек у нее, колпачок стал более такой квадратной формы. Не острые концы, обтекаемые у нас здесь идут. Значок Oriflame, естественно. The One. Итак, вот это у нас водостойкая написано. Waterproof. А это у нас обычная. Как в каталоге выглядит? В каталоге она выглядит у нас вот так. Красная, розовая, вернее, и голубая кисточка. Но когда мы тушь сейчас откроем, мы, естественно, не увидим ее, потому что она будет в пигменте. Тушь будет в пигменте. И что? А почему в 5 в 1-то она называется? Да потому что 5 функций. Здесь и объем, длина, изгиб, ухаживающие компоненты, уход и разделение ресниц благодаря вот этой замечательной кисточке. Давайте мы ее откроем черное. Так, сейчас. А давайте-ка я начну с водостойкой. Одну на один глаз нанесу водостойкую, на другой нанесу обычную. Она идет. Их, вот у нее такая пленочка, слушайте, ее не так-то просто всковырнуть. Надо мне что-нибудь такое найти. Чем бы. А, нет, вот ногтем. Она идет в защитной пленочке. Чем мне сейчас нравится. Тушь невозможно открыть и посмотреть у кого-то там, да, пришел раз и дайте мне туда-сюда, и тушь высохла. Вот такая пленочка защитная, вот такая яркая, черная она сама. Открываем. Вот она наша легендарная кисточка. Видите? Такого вот полукруг. Такой полукруг. Длинные, коротенькие у нее ворсинки. Замечательно. Ну и сейчас будем, собственно говоря, наносить на глаз. На реснички. На наши реснички. Коротенькие щетинки прокрашивают короткие реснички, соответственно. А длинным мы потом сделаем с вами как раз длину. Улучшенный состав, обновленный, не просто дизайн, еще и состав улучшили. Отличается, естественно, если это водостойкая, то у нее водостойкий пигмент, ну, водостойкая, чтобы при соприкосновении с водой она держала. Итак, теперь переверну и сделаю разделение. Вот это будет на один раз. Ну, я это делаю так быстро. Итак, девчата, смотрите, поближе покажу. Я нанесла на один раз.
на один раз. Если нанести второй раз, то тут вообще, смотрите, обалденный будет объем и разделение, да? Смотрите, как красиво. Это у меня водостойкая тушь. Вот на правом глазу у меня водостойкая. Мне нравится. Даже на один раз уже просто... Я в зеркало смотрю параллельно. Уже просто замечательно. Смотрите, какая прелесть. Еще раз поближе покажу ресничку. Какая прелесть, да? И теперь давайте мы с вами... Это была у нас водостойкая. Давайте мы с вами проверим обычную объемную тушь. И причем, смотрите, разница должна быть ощутима. В каталоге у нас написано, что у классической туши изгиб 119%, на 119% больше. А изгиб у водостойкой на 161% больше. Но ее прям видно, она прям вот... загибать. Давайте протестируем обычную тушь. Я ее точно так же открою от защитной пленочки. Открываем. Такая же, ну, такая мягкая кисть. Все то же самое, только у нас получается состав обычный. И начинаем прокрашивать. Сначала маленькие. Маленькой кистью, этими мелкими щетинками. Ой, я нос не намазала. Я могу нос накрасить. Ну вот я так сейчас вот быстро вам наношу. Ну даже здесь на один раз. Специально не выключаю вам видео и крашусь при вас, чтобы видно было... Вот смотрите, вот это вот на один раз. Ну как там вот получится эстетично? Нет, что я это делаю быстро-быстро. И вот если большими. Тут будет мега-разделение. Смотрите, какие ресницы шикарные получаются, девчата. Ну, вообще супер. Я в восторге. Как вам понравится? Ну, вот такой вот тест-драйв у меня получился. Не судите строго, сильно. Попробуйте на своих. Ну, мне уже нравится. На один раз, и мне уже нравится, какой объем дает эта тушь. Супер. Даже здесь шикарный. То есть на один слой. Замечательно. Я в восторге, правда. Мне вот с каждым разом я в нее все больше и больше влюбляюсь в эту замечательную, легендарную нашу тушь номер один. Не зря она у нас номер один, потому что она того стоит. Номер один. Наша тушь. Смотрите, какой объем. Сногсшибательная тушь. Однозначно рекомендую. Девчата, рекомендую всем. Цена вкусная, вкусняшка. Эффект поразительный. Люблю. Люблю эту тушь всей душой. Люблю и всем рекомендую. Все, вот такой у меня тест-драйв получился. Надеюсь, он был вам полезен. Делитесь моим видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кто хочет покупать, девчата, со скидкой 20% от цены в каталоге, я оставляю в инфобоксе ссылочку. Пожалуйста, проходите, заполняйте, простая анкетка на сайте, на официальном сайте Oriflame, не какие-то там формы, это Google формы, официально на сайте. И сразу у вас получится покупка на 20%. Еще дешевле, чем в каталоге. То есть, если здесь 299 минус 20%, она вообще обойдется в 250, по-моему, 3 рубля. Если мне память не ошибаюсь. Все. До новых встреч. Пишите комментарии, понравилась ли вам тушь. Новая обновленная тушь. Понравился ли тест-драйв. Ну, говорю, не судите строго. Быстро-быстро накрасил, но даже при быстром накрашивании то видно результат. Все, пока-пока. Будьте красивы. До новых встреч, до новых полезных видео. Упс, продолжение моего видео. Девчата, я снова с вами. Я за кадром не удержалась, я нанесла на второй
на второй раз просто взяла водостойкой. Тушью нанесла и сюда, на обычную, просто второй слой. Посмотрите, какие стали ресницы. Это же просто супер-мега объемные ресницы, благодаря вот этой шикарнейшей туши. Ну, я не могу, посмотрите, просто не могу молчать. Я специально нанесла второй слой, думаю, показать вам все-таки реальность и мега функциональности этой туши. Все. Вот любовь, если хотите вот прямо огромнейшие ресницы, покупайте тушь 5 в 1. Посмотрите, что она делает с нашими ресницами. Посмотрите, какие они. Ну, это же просто шикарность. Все, вот я теперь отключаюсь с чистой совестью, что я показала вам весь эффект этой туши. Покупайте, не пожалеете. Пишите, помогу с покупкой.